я могу рискнуть. А, вот так, прям с корнями. О, девочки! Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня я собираюсь покрасить свои волосы. Вы не представляете, чем я собираюсь покрасить вот этой вот маской из Фикс Прайса. Как вы помните, у меня желтый оттеночек там, да, где-то у меня был холодненький, но после первой же помывки, по-моему, холодненький этот убрался, полосочка такая была. Сейчас у меня как бы такие желтоватые, я бы сказала, пшеничные волосы. В целом они меня устраивают, но в Фикс Прайсе я увидела вот такую вот маску для окрашенных волос. Фиолетовая, нейтрализатор желтизны. Мне захотелось попробовать, но страшно, девочки, страшно, потому что я помню опыт свой с дешевым вот этим тоником. Кто не видел видео, посмотрите, вот здесь я где-нибудь вам его оставлю. Это был, конечно, трэш. Набрало это видео много просмотров, потому что раньше я не жалела свои волосы, просто брала эту синюю фигню, серые волосы хотела, серый оттенок, и просто вот так вот волосы ходила с фиолетовыми долгое время. И как бы честно, я наивно полагала, что у меня будут серые волосы, это же оттеночный тоник. Мало того, что они у меня испортились, они еще и не были, в конце концов, серыми, теми самыми. Поэтому сейчас я уже поумнее, спустя годы, я сейчас возьму для начала одну прядку. Волосы у меня все одинакового цвета везде, то есть где бы мы ни были. Я возьму вот эту прядку из-под низа, которую мне не жалко. Если вдруг она будет фиолетовая, как тогда, то ладно, фиолетовая одна прядка, я смирюсь. Но если все волосы бахну, я, конечно, буду в ужасе. Поэтому мы с вами вместе вот так заколем все наши волосы, возьмем одну прядку и посмотрим, что же будет. Итак, я подготовилась, прядку одну выпустила. Теперь мы с вами читаем инструкцию. Нейтрализатор желтизны. Что нам нужно сделать? Инструкция написана на донышке мелким-мелким шрифтом. Небольшое количество маски распределите по всей длине чистых влажных волос, уделяя особое внимание кончикам. Через 5-10 минут смойте водой. 5-10 минут и на чистые волосы. Ну, давайте помоем прядку. Я, кстати, буду использовать шампунь, который заказала Faberlic. Я сейчас экспериментирую, разные шампуни Faberlic заказываю. И вот какие подойдут именно моим волосам. Вот, в общем, вот такой шампунчик заказала. Буду им мыть голову в первый раз. Но сейчас я прядку помою, а потом всю голову. Помыла одну прядку. Кстати, шампунька, по-моему, какая-то прикольная, потому что волосы очень мягкие, шелковистые. Сейчас чуть-чуть подсушу. Одеваю перчатки. Одни будут у меня такая прозрачненькая, ей буду наносить. А вторая страховочная, черная. Наверняка кто-то из вас уже пробовал, и вы знаете, да, что ждет меня. Я еще нет. Итак, открываем нашу маску. Я теперь, видите, по-умному. Я уже не такая безбашенная, как раньше. Опыт и время, и возраст делают свои коррективы. О, мамочки, она такая синяя. Пахнет неплохо. Вроде ее ни с чем смешивать не надо. Прям вот так вот и 5-10 минут. Вообще страшновато, если честно. Я беру. Ну вот так прям с корнем сделаем, да? Вот я наношу. Вообще страшно. Ну вроде не фиолетовый сильный. Ну вот вроде по длине, как бы, да, вот оно и не видно, что фиолетовое, просто вот как бы нейтрализовало, типа, уже, да, с первого раза, да. Единственное, что корни, вот интересно, как они будут. Ну ладно. Ну, в общем, нанесли. Ждем, да? Тут нормально. Ну, масочка такая. Такая масочка. Так пораспределяю еще. Вроде пока не страшно. 5-10 минут ждем. Давайте. Я не знаю, 5 минут может подождать. Может, 10 это много? Или прям давайте 10 подождем, чтобы уже по Максбету. И решим. Если эта прядка будет сильно фиолетовая, то мы все волосы, когда будем делать, 5 минут подержим. И вот она будет у нас как на контрасте. Мы будем смотреть, что это все-таки такое у нас, да? Все, через 5 минут вернусь. Синяя прядь, прям она синяя. Видите? Синяя. Так, ну что, мои хорошие, у меня, как у настоящей блондинки, все меняется в ходу. Я все-таки думаю, что не надо Max Bet делать 10 минут, а надо все-таки 5 минут посмотреть.
И лучше потом добавить, если не хватает, чем наоборот думать, а 5 минут будет меньше или уже через 5 минут, возможно, они уже там какие-нибудь невозвратные, синие. Так что прошло 5 минут, волосы гладенькие, сейчас я эту прядку помою и посушу, и мы сравним ее с остальными. Что, на первый взгляд ничего вообще не изменилось, то есть я не увидела на мокрых волосах какого-то пигмента синего, все смылось даже на самых кончиках. Но вопрос здесь нейтрализации у нас желтизны, да? А не то, что у нас будут фиолетовые или голубые волосы. Поэтому, может, так и надо. Короче говоря, ну я вообще не вижу, честно говоря, чтобы что-то изменилось. Ну, не знаю, мне кажется, они как были желтенькие, так и остались. Давайте вот остальные распущу сейчас. И мы просто вот возьмем вот эту нашу прядь. И вот, например, рядом нашу прядь. И посмотрим, что изменилось или нет. Ничего вообще не изменилось. Смотрите, мы их соединяем. Разницы абсолютно никакой. Это что, деньги на ветер, что ли, или что? Ну, сам бальзамчик по себе вроде ничего такой прикольный. Ну вообще никакого эффекта абсолютно. Вообще это что такое? 5-10 минут ждете. Ну ё-моё. Слушайте, ну в таком случае я могу рискнуть. В таком случае я могу рискнуть и пойти мыть голову, помою ее и нанесу уже на все волосы полностью эту маску и подержу 10 минут. А может и 15. Мне не страшно, потому что после 5 ноль. Эффекта, да? Ну, в общем, пошла, я вернусь, расскажу. Буду мыть вот этим фаберликовским шампунем и маска, я, наверное, вместе с корнями. Вообще, я корни не мажу, конечно, но так как она у нас какая фиолетовая, чтобы не были желтые корни, я прям от корней до кончиков сделаю ее. В общем, вернусь, когда помою голову. Ну что, я помыла, значит, голову шампунем 2 раза и немножко просушила. Сейчас я расчешу, чтобы было удобнее и ненагляднее нам. Расчесываю волосы свои, они у меня такие... Ну, как бы шампунь неплохая, кстати, волосы не сильно такие, знаете, прям бывает глубокого очищения шампунь, такие волосы вообще как скрипят, да? Эти как бы скрипят, но, тем не менее, они, смотрите, как легко расчесываются, ну, то есть мягкие волосы. Шампунь понравилось мне, в принципе, но уже будем смотреть, насколько быстро жирнеются волосы. Сильно сушить не буду, потому что, ну, мне кажется, лучше масочку именно такие, на подсушенные, да? А что нам тут пишут вообще? Прям высушенные или подсушенные? По всей длине на чистые влажные волосы вообще. Ну, вот они у меня как раз влажные, то, что нужно. Ну, все, берем наши перчатки и... Поехали. Вообще у меня есть пигмент прямого действия, и я могла бы добавить еще туда пигмент прямого действия капельку. И, возможно, это дало бы эффект, но как бы тогда эксперимент был бы нечистым, да? Поэтому я сделаю эксперимент чистым, мы будем без всяких прямых пигментов действовать. Итак, поехали. Теперь уже не страшно, чутка подстраховалась, да? И не страшно. Ну что? Я прям вот так беру и намазываю на наши волосы. А, вот так прям с корнями. Намазываю. Прям беру вот так вот. Вот так вот. Все мы это дело сделаем сейчас. Прикол. Ну, если на волосах не остается, наверное, и на руках не остается. Может, и перчатки даже не нужны. Корни мажем как следует. В общем, вот так на сухие волосы, конечно, ну, на влажные, да, очень плохо ложится эта маска. Я уже практически всю банку израсходовала, да. Ну, и мне кажется, что я очень неравномерно все это сделала, поэтому мне прям не хватает, знаете, чего? Водички, чтобы все это проэмульгировать, как я люблю, да. Поэтому пошла я добавлю водицы. И я, наверное, всю маску эту израсходую. Беру ее прямо с собой в ванну. Девочки, вы бы видели сейчас ванну, какая она вся синяя, просто ужас какой-то. Мне надо пакет какой-то навернуть на голову, потому что все течет, все капает. Просто я вам сейчас покажу ванну.
Просто смотрите, как это все выглядит. Ой. Но одно не страшно, что это, скорее всего, все смоется. Потому что через 5 минут на волосах, видите, ничего не осталось. Все легко смывается. Это радует. Так, ну все, мои хорошие, я делала пакет просто, чтобы не запачкать все на свете здесь. Вот так похожу с ним 10 минут, можно и 15, я теперь ничего не боюсь. После 5 просто после 5 минут потерянного времени, да? Мне теперь не страшно. Единственное, ну как бы на коже через 5-10. Нет, через 5, думаю, не останется, но через 10-15 мало ли останется. Пошла, засекаю время и вернусь к вам. Ну что, мои хорошие, по-моему, у меня отличная новость для вас. Я же держала даже не 10 минут, а минут 15. Пока я, короче, вся намылась, вся наделала, думаю, уже 10 прошло минут. Я думаю, пусть еще 5 сейчас доделаю дело, и все. И в итоге, когда я смываю, я смотрю, какие-то кончики или какие-то светлые прядки, они немножко с голубым отливом даже, представляете? Ну, только некоторые какие-то. Вот, например, кончики. Смотрите, вот эти кончики некоторые. Вот прям вот эти кончики. Они прям вообще беленькие. То есть они не желтенькие, они прям беленькие. Но корни как бы желтые были, желтые остались, да? То есть, ну, маска это на корни не действует. Она, наверное, если действует, то только на самые светлые участки, обесцвеченные когда-то порошком, а не краской, да? В общем, давайте сушу волосы. И вернусь. Та-дам! Ну такие девочки, что я могу вам сказать? Ну таки да, результат есть. Слушайте, и честно говоря, я поражена, потому что мокрые волосы, прям вообще, мне кажется, желтые корни такие были. Я думаю, сейчас будет ужас. Сейчас будет вот это все светленькое, чуть-чуть, с этими перьями, а корни будут желтить, и будет такой контраст. Но, мне кажется, и корни немножечко тоже притонировались, как будто, я не пойму. С учетом того, что, блин, ну на мой взгляд, реально оно не стало холодным, не стало никаких синих, фиолетовых, отливов. Оно просто прибило желтый, вот прибило, знаете, как немного белого появилось, что ли. И я еще немножко так скептически относилась к своим кончикам, потому что они такие прям светлые, я прям вижу, сушу их, они такие светленькие. И знаете, всегда эти все шампуни и бальзамы, они на самом деле немножко портят волосы, да. Ну, вроде бы маски, смотря какие маски, вроде бы неплохо еще как-то, да. Но мне все равно кажется, блин, чуть поистончились, как-то чуть подпортились. Как будто, знаете, расчесывать хуже стало. Но дело в том, что я еще сверху после бальзама, да, обычно, я всегда наношу какие-то спреи, термозащиту, потом маслицем прохожу. Сейчас я ничего не делала, чтобы посмотреть, как работает сама маска. В принципе, она работает неплохо. И даже корни, я смотрю, они такие не очень жирные, да, у меня сейчас. Хотя эту масочку я сделала прям от корней, как следует, да, прям как бы от корней до кончиков. Мы их про... как бы маска питательная же, да, она же еще что-то делает. Вот смотрите. Отличный нейтрализатор для светленых милированных волос, который безупречно усиливает холодное сияние оттенков. Блонды делает цвет многогранным, благородный натуральный состав маски. Глубоко питает, увлажняет, ухаживает за волосами, делая волосы мягкими, пышными, блестящими. И с этим я согласна. Да. Я думаю, что со второго раза результат будет еще более отчетливый. Но на кончиках я прям вижу. Я не знаю, кто не видит, девчонки. Я вам серьезно говорю, есть эффект. И я прям, честно говоря, даже рада. Мне нравится, как волосы сейчас выглядят. Кончики. Вот здесь, где у меня более такие, знаете, светлые были, они такие более прядки, беленькие. Прям они, знаете, вот, ну, прям беленькие. Вот, смотрите. И они прям вот здесь такие у меня, вот здесь вот такие, как, знаете... Но не контрастно, а прям как будто переливаясь на солнце. Короче, мне понравилась маска. Единственное, что я с непривычки, с непонимания, я очень много ее израсходовала. У меня здесь осталось меньше половины. Вот. А надо было бы чуть аккуратнее. И я думаю, что пигмент я добавлять никакой не буду. Просто на мой цвет, на мою желтизну, 15 минут. Самое то, если девушки очень светлые, прям обесцвеченные, то я бы, да, начинала бы с 5 минут, может быть 10, там 7, да, вот так посмотреть. Но на мои классно. Вот посмотрите, я сейчас уложилась сзади. Вообще, просто, вот, ну, вы видите, нет никакого корня у меня прям какого-то отвратительного желтого. Оно очень естественно все смотрится. И прям вот, смотрите, вот они. Видите, я сейчас поправляю, и вот они, полоски светлые, кончики такие. И самое главное, что мне нравится, что нет контраста, что типа синие какие-то кончики, а длина желтая. Нет, оно одинаково, вот как-то...
Блин, мне понравилась масочка. Я обязательно ее еще раз сделаю, чтобы закрепить результат и посмотреть, что будет еще. Вот. И что я буду делать, это я буду обязательно пшикать своей термозащитой и еще наносить маслице. Свое любимое маслице. Вот оно. Уже чуть-чуть осталось. Я чуть-чуть его совсем сделаю, и кто-то меня спрашивал, где силь такой заказать. Я, по-моему, его заказывала на сайте Рандеву, если я не ошибаюсь. Вот. Рандеву. Волосы, глянь, отросли. Отросли, девчонки, волосы у меня? Мне кажется, отросли. И вот со своими, конечно, я кайфую. Их и укладывать по-другому, и ходить с ними по-другому, чем с наращенными. С наращенными, наращенными, как-то правильно. Сейчас кончики увлажню, как раз вот то, что я переживаю, что они подсушились. Ну, не сильно, то есть сомнительно, знаете, я такая сейчас смотрю, думаю, подсушились, не подсушились, или это я предвзято так отношусь. Ой, блестят, мои хорошие. Видите, как они как полосочками стали. Ничего, девочки, не делала. Только шампунь, который я вам показала из Faber Lic, и вот эту маску 15 минут. Ну и вот сейчас. И вот сейчас я сделала это. Маслица. Короче, я довольна. Сначала я уже была расстроилась, думала, выкинула. 99 рублей, по-моему, она стоит. Но оказывается, нет. Короче, блондиночки, берите на заметку. Самое классное, что реально нет... Нет ни синих рук, нет вообще ни капельки синего, нигде не осталось. Но я в перчатках делала, а потом уже мыло, конечно, все это эмульгировало, тоже влезало, в принципе, в краску. Ни синих каких-то пятен, ни синих кончиков, ни полосок, понимаете? Оно вот прикольно, просто прибило желтизну, мне нравится. В общем, девчоночки, за мой эксперимент обязательно ставьте лайк, как вам результат, видите ли вы его, обязательно напишите под видео, чего за это. Все, сейчас я прощаюсь с девочками. Иду. Зарядки. Сейчас поставим. И пишите, пожалуйста, свой опыт. Да. Кто пробовал? Может быть, какие-то фирмы есть еще другие, кто-то пробует. Ну, то есть, поняли, да, смысл того, что это маска, это ничего такого. Это просто маска, которой мы увлажняем наши волосы, и плюс она еще вот так прибивает. Вот. Рассказывайте, в общем, свои советы, кто что делает, кто пробовал эту маску, кто после этого видео хочет ее попробовать, тоже пишите, мне будет интересно. Рассказывайте свои эксперименты, короче говоря. Ну, а я пошла ставить ребенку телефон на зарядку. Все, люблю вас, целую, с вас лайк, подписочка, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не упустить мои новые видео. С волосами, как всегда, рубрика остается здесь, и с волосами идеи прям вот я оставлю здесь. И даже тестинг какой-то для волос, именно краски и что-то такое, прически мы будем делать именно на этом канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока!